Є повідомлення, що ми вже з вами говорили. Є історичне досягнення, що в районі Красногорівки під Донецьком ми взяли позиції ворога, які вони тримали з 14-го року. І от є оперативне повідомлення, що наші оборонці вже впритул підійшли під кордони Донецька. Я нагадаю, що від нових позицій, взятих нашими Збройними силами України до Донецька, орієнтовно центру Донецька, 18-20 кілометрів. І кажуть, що ми рухатись будемо в Донецьк. Чи реально те, що ми будемо йти саме в це місто, чи нам невигідно тактично заходити в таку англомерацію? Нет, сейчас выгодно. Как говорится, из двух зол выбирают меньше. Так вот, допустим, 1,5-2 месяца назад заход в агломерацию типа Донецка, это было, ну, с одной стороны опасно, с другой довольно-таки проблематично. Ну и силы, средства, которые должны были выполнять такого рода действия, они пока тогда еще не были готовы, поэтому нельзя было говорить. А сейчас, на данный момент, заход в Донецк, он намного проще, допустим, чем пробить оборону в районе Орехова. И силы, и средства, и движение, ну и все остальное, связанное там с дорогами, с погодой, намного проще, чем в Орехове. Это не проще вообще, это тяжело, но проще, чем в Орехове, допустим, пробиваться на юг в сторону Токмака через несколько линий обороны. Намного проще зайти в Донецк по некоторым позициям. В Донецке, опять же, высоты. Дело не в центре Донецка. Mm-hmm. В центре Донецка там нечего делать. А вот высоты, которые давлеют над Донецком и над Макеевкой в том числе, это Трудовские высоты, это шахта Трудовская. Вот с той точки, о которой вы говорите, если на юго-восток, там несколько терриконов, это крокодил, всем известный террикон. Вот они расположены, это самая высокая точка Донецка. Mm-hmm. Вот если ее взять, а именно туда мы сейчас двигаемся, то есть на Петровку, это район Петровка, так называемый. И вот на Петровке, это между Маринкой и Красногоровкой, можно так сказать, если вот по карте чуть восточнее. Потому для того, чтобы выйти на Трудовские, в принципе, вот эта правильная сейчас тактика выбрана, я думаю, как раз туда движение идет. Там несколько километров, там не 15, не 10, там километра 3-5 надо пройти и выйти на эти высоты. Это очень, ну, это сложно с точки зрения, так как заход на высоты, но сейчас уже это возможно, так как есть достаточное количество сил и средств для выполнения такого рода движений. То есть даже по полкилометра в день, то за неделю мы можем эти Трудовские освободить, а вот уже дальше будет все намного проще. Когда на Трудовских высотах расположится наша батарея, допустим, 155-я артиллерия, она может доставать и до Макеевки, то есть до западной Макеевки, до Ясиноватой, и это уже, можно сказать, взять под контроль практически весь Донецк, а дальше, исходя уже из тех задач, которые ставить будет руководство, выполнять движение и по самому Донецку в том числе. Пане Романе, британська розвідка передає наступне, що вона каже, що в Російської Федерації немає резервів для захисту всієї лінії фронту. Як ви вважаєте, чи змушена буде країна-агресорка з якоїсь лінії відступати, тому що от немає резерву? Правильно говорять англічани, чому і взорвали Каховську гідроелектростанцію? 300 километров фронта. 300 километров фронта дополнительных россиянам нечем, не хватает резервов все 1000 с чем-то километров фронта закрывать, потому они подорвали и на месяц практически как минимум 300 километров фронта отминусовали с общей протяженности. Но сейчас уже начинает подсыхать. Сейчас подсохнет, уже ж подрывать больше нечего. Вот они пытались ракетами уничтожить плотину Криворожскую, вы же, да, слышали, да, то есть вот и Х-22-ми, и кинжалами пытались уничтожить, хотя бы сбросить еще это водохранилище и увеличить там, ну, может быть, на несколько дней или недель, неделю-полторы время, которое могла бы вода удерживать украинские войска. Ракеты у них не точные, попасть не могут. Ни Х-22, ни кинжал, как оказалось. То есть там кинжал не в 10 метров КВО, а там в десятки метров круговое, говорят, на отклонение. Потому по рыбкам попали, а по плотине промахнулись. Потому
у них не хватает сил, средств для удерживания фронтов больше 1000 километров. Вот они пытаются как-то вот эти 700 километров фронта, которые от Орехова до Купинска сейчас удержать и где-то там наступать в районе Луганска. Но это последние потуги. А вот после того, как реально откроется Днепр, то есть Херсонское направление, тогда у россиян точно не хватит сил. И тогда им придется уже снимать, скорее всего, Запорожского, может быть, Донецкого направления, может быть, успокоиться по Луганску. Это тоже, может быть, могут перейти в глухую оборону там, по крайней мере, и перебросить некоторые части на Херсонское направление. Но им все равно не хватит выдержать, допустим, несколько недель или там месяц-полтора нашего давления. В каком-то месте фронт истончится, и мы пойдем туда на прорыв. Мы еще до сих пор 2/3 резервов не использовали, даже не планируем еще стратегические резервы. У нас за 50-километровой зоной от линии фронта вне досягаемости армейских средств поражения россиян. То есть... Правильная тактика, здесь, можно сказать, это такой военный гений Залужного. Вот эти все просчеты темпов, просчеты действий, они приведут к положительному результату. Он может быть раньше, позже, но он однозначно будет, так как здесь уже включаются формулы ведения войны, а любая война – это математика, потому здесь уже ничего не сделаешь. Россиянам придется либо понимать, что фронт где-то будет прорван, либо принять решение, как они приняли это с правого берега Днепра, уходить либо с Херсонской и Запорожского направления, то есть с Херсонского и Запорожского фронта, уходить с Херсонского в Крым, с Запорожского на Донбасс, в сторону Ростова, на Мариуполь. Это будет правильное решение с военной точки зрения. Они, кстати, подготовились уже к такому решению. То есть у них уже отрыты входы, отрыты инженерные сооружения оборонительные на входах в Крым. Они уже начинают проводить эвакуацию разных структур с севера Крыма. И у них отрыт очень мощный, сейчас пока его не видно, никто о нем не говорит, но очень мощный укрепрайон от Донецка до Мариуполя вдоль трассы Донецк-Мариуполь через Волноваху. Причем там серьезно, там вот там именно серьезная линия обороны. С Донецка через Волноваху до Мариуполя. И вот следующим этапом, скорее всего, будет принятие решения на отход на эти линии обороны. То есть они уйдут с Запорожья и с Запорожского и Херсонского регионов.